Красноярский футбольный «Енисей» уступил казанскому «Рубину» со счетом 1-0. Матч очередного тура премьер-лиги проходил в минувшие выходные на стадионе в Казани. Уже на 6-й минуте хозяева поля воспользовались грубой ошибкой нашего защитника и открыли счет. После этого «Рубин» отступил и в оставшееся время играл в основном в обороне, удерживая результат на табло. «Енисей», напротив, много атаковал, особенно во втором тайме, и даже мог несколько раз забить, однако хозяев выручал вратарь. По результатам игры наша команда расположилась на 13-м месте турнирной таблицы, заработав 5 очков в 7 матчах. Запустили грубейшую ошибку на 6-й минуте. Как раз она и стоила нам поражение в сегодняшнем матче. Вообще считаю, если в целом взять игру, мы провели ее на очень хорошем уровне, считаю, против такого очень сильного соперника, потому что прекрасно понимаю, как в Казани нелегко играть не только нам, но и фаворитом нашего чемпионата. Рубин любит играть вторым номером, да, и мне кажется, было бы сложнее как раз наоборот играть первым номером, да, дома все-таки. Ну и получилось, что они играли свой любимый футбол, ну, хорошо, ну, компактно они обороняются, они умеют играть на удержание счета. Мяч не хотел в ворота уйти вообще, и проиграли 1-0, к сожалению. Надеюсь, что на следующую домашнюю игру, конечно, перед нашим болельщиком в Красноярску, я думаю, что стадион будет полный.